В регате примут участие более сотни яхтсменов. 12 парусных судов выйдут из марины яхт-клуба, основного парусного центра страны, который в этом году отмечает 35-летие. К сочинским яхтсменам присоединятся суда из Туапсы и Волгограда. Из города-героя на яхте «Сталинград» выйдут 6 ветеранов-яхтсменов, которые внесли большой вклад в развитие парусного спорта страны. Поход из Сочи через Новороссийск и Ялту в Севастополь будет проходить в режиме соревновательной гонки. Кроме того, в рамках регаты пройдет обучение курсантов Туапсинского кадетского корпуса. Участники мероприятия приобщатся к морской практике и повысят свое спортивное мастерство. Завершится регата 14 мая. Первый вопрос – это финансирование. Откуда, кто, что? Конечно, мы обращаемся ко всем бизнесменам, предпринимателям, к руководителям больших предприятий. Эти письма разосланы. Совет ветеранов точно так же участвует в этом финансировании. Пока еще нет ни одной копейки денег, но мы надеемся, что этот вопрос будет решен.